Привет, друзья! С вами, как всегда, Олег и мои подборки с AliExpress. В этом видео представляю большую объединенную подборку всех полезных и интересных товаров из Китая. У двоих счастливчиков, кто досмотрит видео до конца, будет возможность выиграть любой товар из видео стоимостью до $10. Ссылки на товары будут в описании, а также условия в конце видео. Очень стильный и нужный инструмент на кухне. С помощью этого устройства вы сможете открыть любую бутылку, не прибегая к особым усилиям. Достаточно одного нажатия кнопки, и вся работа будет выполнена, без пролитых напитков. Работает полностью на автомате, от 4 батареек. В комплекте также имеется приспособление для удаления фольги с горлышка бутылок. Такой товар отлично подойдет в качестве подарка. Цена на AliExpress – $11.80. Даже спустя время этот товар остается особенно актуальным. Это необычный светильник, выполненный в форме сердца железного человека. Детализация светильника вызывает восторг не только у фанатов, но и простых обывателей, которые совсем не в теме. Свет исходит из самого реактора, а все это дело помещается на стильную подставку. Цена на AliExpress – $39. Ссылка будет в описании. Такие формочки будут хорошим помощником в приготовлении оригинальных блюд хозяйкам на кухне. Можно делать оригинальные омлеты и заливные яйца. Для приготовления необходимо наполнить формочку нужным содержимым. Можно добавить специи, зелень и опустить в кипящую воду контейнер и варить до готовности. Вынимаем и получаем вареные яйца стандартной формы. Отзывы разные, кому-то понравилось, а кому-то нет. В набор входит 6 формочек. Ценой в $3.30. Это еще один аксессуар, который создавался исключительно в целях развлечения и не имеет какого-либо полезного применения. Суть состоит в том, что гайка накручивается на болт, после чего магической силой начинает раскручиваться. Чтобы привести его в действие, в комплекте идет специальная замыкающая шайба, которую предварительно нужно прилепить к пальцу на двусторонний скотч. Замкнув контакты, моторчик активируется, и гайка сама начнет откручиваться из-за вибраций. Такому трюку удивится любой ваш знакомый. Цена на AliExpress – $3.30. Очень крутое устройство, которое поможет скосить всю растительность на вашем любимом рыболовном месте. Достаточно закинуть инструмент несколько раз по одной области, и вы очистите место от зарослей. Данное приспособление скашивает водоросли отлично. Единственное, если растительности очень много, вытаскивать устройство с воды тяжеловато, но удовольствие от рыбалки будет обеспечено, ведь после очистки места ваша снасть не будет цепляться при каждом забросе. Цена на AliExpress – $2.30. Это уникальная карта личных путешествий, на которой очень удобно и весело отмечать посещенные страны. Вам нужно стереть монеткой страны, в которых вы были, чтобы увидеть яркую историю личных путешествий. Впереди вас ждут увлекательные путешествия, о которых вы поведаете всем. Цена на AliExpress – $5.50. Китайцы придумали незаменимую вещь для путешественников – ремень для брюк с сюрпризом. На обратной стороне ремня есть вытянутый кармашек с небольшой молнией, в который можно спрятать деньги, опасаясь грабителей, цыган и карманных воришек. Великолепный девайс для посещения шумных и многолюдных мест. Продавцы предлагают ремень в двух исполнениях – текстильный ремень с пластиковой пряжкой и более качественный кожаный ремень. Все ссылки в описании. Цена – $21.60. Компактный брелок-фонарь в полностью металлическом корпусе, выполненный по стандартам защиты от попадания влаги или грязи. Световой поток подается в световой температуре в 5000 Кельвин. Имеется 4 основных режима света по возрастающей величине яркости – с 10 до 350 люмен. Переключение происходит при помощи одной из клавиш на корпусе. Внутри установлен аккумулятор емкостью в 500 мАч. Этого хватит для работы на полной яркости в течение 2 часов. Цена на AliExpress – $22.
Компактный мини-телескоп с увеличением 8 крат и диаметром объектива 20 мм. Одна из главных особенностей модели – очень маленькая дистанция ближнего фокуса в 30 см, что позволит увидеть и рассмотреть объекты, находящиеся совсем близко от наблюдателя. С таким монокуляром вам будет удобно наблюдать за птицами, животными, а также за спортсменами на стадионе. Цена – $4.50. Представляю вам очень стильные часы с прозрачным корпусом. Благодаря этому вы сможете наблюдать полный механизм часов в действии, все мельчайшие компоненты и их работу. Эксклюзивные часы от китайских инженеров даже стали лауреатом дизайнерской премии, ведь и вправду это по-настоящему произведение искусства. Цена на AliExpress – $136. Гидроизоляция пруда – важный момент. Есть разные варианты обустройства, от железобетонных конструкций до готовых пластиковых форм. Самый простой из них – использование гидроизолирующей мембраны. Достаточно просто приготовить котлован и уложить в него пленку. Мембрана способна прослужить не менее 10 лет. Цена на AliExpress – $6.40. Муравьиные фермы стали трендом 2017 года. За прозрачными стенками прямо на наших глазах настоящие труженики создают муравейник. В это несложное, но увлекательное занятие втягивается все больше людей. Наблюдение за жизнью муравьев развивает любознательность, снимает стресс, успокаивает, и к тому же муравьиная ферма служит украшением интерьера. Цена на AliExpress – $2.60. Не все в походе можно приготовить на мангале. А если вы пошли на рыбалку, то обязательно захотите приготовить на природе вкусную уху из только что выловленной рыбы. Тащить с собой большую печь или искать на природе место для разведения костра тоже не всегда удобно. Именно поэтому нашел для вас реально уникальный товар – походная складная печь из титана, которая весит всего 223 грамма. Такую даже подарить не стыдно. Цена на AliExpress – $23. Вращающаяся игрушка на подшипнике уже давным-давно не является каким-то новшеством. В вершинах спиннера расположились не просто грузы, а пропеллеры. Когда такая игрушка начинает вращаться, они синхронно раскручиваются, и появляется подъемная сила, способная удержать спиннер на несколько секунд в воздухе. Этим спиннером можно развлекаться не только одному, но и с друзьями, запуская его из рук в руки. Цена – $10. Данная звуковая карта пригодится в том случае, если встроенная карта на компьютере или ноутбуке перестала функционировать, а ремонтировать ее совсем не хочется, либо если на ноутбуке нет разъема под гарнитуру. Громкость на карте можно регулировать крутилкой на корпусе. Кроме разъема под наушники со встроенным микрофоном, есть отдельные разъемы для этих двух девайсов. Также на корпусе звуковой карты есть кнопки для отключения микрофона или наушников. Подключается по USB. Драйвера не требуется. Цена – $11.50. Это магнитный кабель – интересное устройство прошлых трендов. Основное можно выделить то, что не нужно поднимать кабель и пытаться попасть в разъем порта смартфона, ведь сам магнитный кабель состоит из шнурка USB для подключения к питанию и отдельной магнитной платформы для смартфона. Цена на AliExpress – $3.20. Люди, которые занимаются игровыми видами спорта, знают, насколько многозатратны попытки запихнуть баскетбольный или другой мяч в стандартный рюкзак. Поэтому для ношения мяча необходимо приобрести специальную сумку. Благодаря сетке она легко вмещает мяч, не оттопыривая стенки рюкзака. Цена такого рюкзака на AliExpress – $20. Ссылки оставлю в описании. Круглый кухонный нож заменит собой целый набор кухонных инструментов, ведь он создан не только для того, чтобы резать. Также применяется для рубки и шинковки. Благодаря уникальной форме он находится в постоянном контакте с поверхностью доски, поэтому его легко контролировать и нарезать одинаковые кусочки. При помощи такого ножа вы можете резать абсолютно все. Сырое и вареное мясо, овощи и фрукты и многое другое.
Цена на AliExpress $7.90. Цифровой термометр подходит как взрослым, так и детям. Удобная форма, приятный на ощупь, водостойкий материал и гибкий наконечник. Большим преимуществом является отсутствие ртути, что делает его безопасным для детей. Высокое разрешение ЖК-экрана, крупные цифры повышают степень комфорта при использовании. А результат выдается в течение 1 минуты. Цена на AliExpress всего $3. Если вы хотите, чтобы ваш любимец всегда был рядом с вами, то представляю вам отличный рюкзак прошлых трендов для ваших питомцев. Данный рюкзак имеет небольшое окошко, через которое вашему питомцу будет открываться отличный вид на мир. Также рюкзак имеет несколько отверстий для подачи воздуха, и ваш любимец не будет чувствовать дискомфорт. Это отличное решение, если вы захотите взять вашего пушистого друга на прогулку, ну или в поход. Цена на AliExpress $28.90. Данное оружие относится к арбалетам винтовочного типа. Конструкция и материал изготовления позволяет долго служить своему владельцу. С ним вы легко сможете пострелять на улице и развлечь себя в теплые деньки, где-то за городом или на частной территории. Арбалеты такого типа обладают высокими эксплуатационными характеристиками, но при этом относятся к оружию, которое не требует специального разрешения. Цена на AliExpress $141. Пистолет стимулирует адгезию и узелки между мышцами и фасцией путем высококачественной вибрационной стимуляции для предотвращения спортивных травм. Максимальная скорость 3200 оборотов в минуту, что позволяет проникать в глубокую мышечную группу на 10 мм, быстро побеждая молочную кислоту. В устройстве реализованы три режима вибрации для расслабления мышц после упражнений или ежедневного массажа тела. Вы можете подобрать амплитуду, которая вам подходит. Беспроводной массажер работает от аккумулятора емкостью 1600 мАч, который помещен в ручку. Цена $106. Это многофункциональный тренажер, который прорабатывает все группы мышц. Уникальная конструкция позволяет добиться от тренажера сопротивления, тем самым увеличит нагрузку и сделает упражнения более эффективными. Эспандер-бабочка в большей мере считается женским тренажером. Он обеспечивает среднюю нагрузку, как раз подходящую для женского организма. Тренажер легкий, достаточно компактный, не занимает много места. Его можно использовать дома, на даче, на работе, а также дополнить им тренировки в фитнес-центрах. Цена $17. Мини-спортбайк для ваших детей – это прекрасная возможность освоить базовые навыки вождения, получить удовольствие от времени, проведенным с родителями на свежем воздухе, а также развивает навыки управления транспортным средством. Ваш ребенок получит необходимые навыки вождения уже с детства. Цена на AliExpress – $460. Представленная копия Desert Eagle выполнена с подвижной затворной рамой и ударно-спусковым механизмом с извлекающимся коробчатым магазином. Выполнен пистолет из металла с пластиковыми накладками на рукояти. Благодаря своим габаритам и устрашающему виду, часто используется в фильмах и телевизионных постановках. Цена на AliExpress – $170. Гимнастический инвентарь, обладающий формой полусферы, отлично подходит для укрепления мышц всего тела, исправления осанки, а также тренировки вестибулярного аппарата и равновесия. При занятиях на данном тренажере прорабатываются не только базовые группы мышц, но и изолированные пучки мышц-стабилизаторов, на которые почти невозможно воздействовать другим методом. Цена $57. Тренажер Fight Belt помогает значительно улучшить ударную технику, отработать координацию и силу удара, увеличить выносливость.
вы можете самостоятельно регулировать ширину пояса, учитывая свои параметры. Благодаря удобной сумке, которая входит в комплект, вы сможете без труда транспортировать данный тренажер. Цена $35. Карманный армрестлинг – отличная игрушка для большой компании. Дает возможность принять участие в соревнованиях людям с любой физической подготовкой. Для того, чтобы стать победителем, нужна только скорость и ловкость. Необходимо нажимать на кнопку быстрее оппонента, чтобы игрушечный спортсмен победил соперника. Это не только игрушка, но и тренажер, развивающий кисть рук и реакцию. Питается от USB кабеля или трех батареек типа 2А. Цена на AliExpress – $13. Это пляжный ручной пистолет или бластер. С наступлением жарких деньков такое развлечение станет незаменимым для детей. Выглядит очень круто. Мне кажется, этот товар может стать трендом этого лета среди малышей. Цена на AliExpress – $1.50. Современный тренажер для поддержания формы и укрепления ваших рук безопасным способом. Движение с динамическим сопротивлением способствует эффективной проработке 4 различных групп мышц в верхней части тела. А 3 резиновых жгута позволяют регулировать уровень нагрузки, что делает его прекрасным выбором для людей разного возраста и разного уровня физической подготовки. Цена $11. Первый в мире тренажер для ходьбы с сенсорным управлением. Она разделена на 3 зоны, которые регулируют скорость при помощи инфракрасных сенсоров. При этом можно развивать скорость до 6 км в час. Эта беговая дорожка переопределяет всю эстетику домашнего фитнеса. Команда инженеров потратила на ее разработку более 1000 дней. Цена $507. Коптер компактного коптера выполнен в стиле неопознанного летательного объекта и представлен в 3 цветовых вариациях – голубой, красный и золотистый. Запуск очень простой, достаточно запустить дрон, поднять его над ладонью и управлять им в воздухе. Высота полета регулируется. Полет совершается благодаря 4 коллекторным моторам, обеспечивающих полет коптера. Дрон укомплектован аккумулятором 100 мАч, зарядив который в течение 30 минут можно приступать к 8-минутному полету. Цена на AliExpress – $15.80. Крутая тактическая бомбочка с арбизом. Такая бомбочка полностью дополняет вас в летней схватке. Зарядить можно мягкими шариками либо шариками арбиз. Как только вы зарядили бомбу и будете готовы к войне, выдерните чеку и бросьте в сторону противника. При соприкосновении с землей граната раскроется и разбросает шары, задев противника. Вместе с водяным пистолетом вы будете просто непобедимым бойцом. Цена на AliExpress – $15.60. Ссылочки будут в описании. Мини-степпер имитирует ходьбу по лестнице и рассчитан на тренировку различных групп мышц, ног и ягодиц. Шагающие движения прекрасно разогревают коленные суставы, укрепляют мышцы и связки ступни и голени. Цена – $180. Один из самых простых, но эффективных тренажеров для укрепления мышц всего тела. Снаряд представляет собой широкое колесико и прикрепленные к нему удобные ручки. Рельеф на поверхности колесика позволяет ему плавно скользить по поверхности пола. Отличная особенность данной модели – наличие в ролике инерционного механизма, который облегчает его возвращение. Цена – $22.50. Предназначение этого замка понятно, он создан для быстрой и удобной блокировки колес велосипеда или мопеда. Однако его изюминка в том, что он оснащен модулем сканера отпечатка пальцев. Радует, что считывающее устройство умного замка дает возможность запоминать до 9 отпечатков, что позволяет нескольким пользователям использовать один умный замок.
экономно и универсально. Особенно если учесть, что заявлено сверхбыстрое секундное распознавание отпечатка пальца. Еще один важный момент – встроенный аккумулятор должен обеспечить автономную работу устройства до 12 месяцев. Подзарядить замок можно через порт Type-C. Цена на AliExpress – $71. Автомат с гелевыми пулями, лазерным прицелом и защитными очками. В наборе большой комплект сухих пуль, которые необходимо на время оставить в воде. При попадании в цель шарики рассыпаются на мелкие частицы. Работает от аккумулятора и прост в использовании. Отличное решение повеселиться с друзьями во дворе. Цена на AliExpress – $29. Лента сопротивления используется для занятий йогой, фитнесом и пилатесом. С ее помощью вы сможете укрепить мышцы рук, груди, спины и ног. Лента позволяет увеличить нагрузку на мышцы при выполнении различных упражнений, что быстрее приведет вас к желаемому результату. Такие резинки можно использовать как в спортивном зале, так и дома, а также очень удобно брать с собой в дорогу. Цена всего $2. Для продуктивной работы с тяжелыми весами спортсмену необходимо укрепить хватку и мышцы предплечий. Эспандер – это спортивное оборудование, которое эффективно приводит в тонус мышцы за счет растягивающих и сжимающих движений. Такой эспандер часто используют для улучшения навыков армрестлинга. Фиксированное положение рук на уровне локтя позволяет максимально задействовать кисть. Цена $9.60. Ссылки будут в описании. Вашему вниманию представляется одно из самых мощных приспособлений для создания иллюзий, которое поразит даже самого капризного и искушенного зрителя. Эти невидимые нити, а проще говоря лупсы, могут растягиваться до любого нужного размера и при этом абсолютно не видны зрителям. С помощью лупса вы без особого труда сможете двигать практически любые небольшие предметы своей силой мысли. Шариковые ручки, столовые предметы, солнечные очки, карты, спички – все будет подвержено мистике. Цена на AliExpress – $70. Почувствуй себя победителем вместе с самым лучшим оружием. Отличный бластер для настоящего героя и меткого стрелка. В отличие от других крупных бластеров Nerf, у этого нет необходимости передергивать оружие после каждого выстрела. Огонь ведется автоматически, от электропривода. Бластер совместим с любыми боеприпасами Nerf. Также на это игровое оружие разрешены прицелы, магазины и другое навесное оборудование от других моделей. Цена на AliExpress – $17. Йога-гамак предназначен для фитнеса и занятий флай-йогой. Упражнение в подвешенном состоянии с поддержкой позвоночника позволяет развивать гибкость, улучшить кровообращение и снять мышечное напряжение. Подходит для мужчин и женщин весом до 120 кг. Вам не обязательно обладать гибкостью или какими-то специальными способностями. Цена – $29. Доска для балансировки 2 в 1. Простой, но очень эффективный инструмент для тренировок. Предназначен для реабилитации после травм лодыжек или колен. Способствует укреплению мышц спины и пресса, развитию чувства равновесия и улучшению осанки. Цена на AliExpress – $37. Ссылки будут в описании. Силиконовые перчатки для уборки и мытья посуды. Представьте ощущение того, как вы моете посуду голыми руками. По такому же принципу работают волшебные перчатки. На внутренней стороне ладони и пальцах размещено более 1000 щетинок, выполняющих работу губки. Функционал перчаток не ограничен посудой. С их помощью можно мыть фрукты и овощи, очистить поверхность раковины или кухонной плиты и избавиться от грязи на плитке. Цена на AliExpress – $8.50. Бластер для увлекательных баталий в летнюю жару. Струи воды устремляются в цель при движении передней рукоятки в любом направлении. Внутри корпуса помещается почти литр воды. Противнику не удастся уйти сухим.
Цена на AliExpress $24.70. Все ссылки будут в описании. Силиконовый эспандер тренажер для разминки и тренировки пальцев рук. Полезен не только для увеличения силы пальцев, но и при восстановлении после травм. Цена $6.50. Функциональный держатель ног для тренировки пресса. Предназначен для проработки всех мышечных групп брюшного пояса. С помощью одного устройства вы проработаете косые мышцы живота, прямые верхние и нижние. Тренажер универсальный, подходит для женщин и мужчин любого возраста и комплектации. Держатель фиксируется вакуумным специальным зажимом, который не режет и не царапает поверхность. Цена $15.50. Всем любителям интересных вещей предлагаю ознакомиться с двигателем Стирлинга. Эта технология была разработана в 1816 году Робертом Стирлингом. У вас, возможно, возникла мысль, для чего он нужен и как вообще работает это изобретение. Особенностью является то, что этот двигатель может работать от разницы температур в несколько десятков градусов. Чтобы запустить двигатель, нужна разница температур. Вы можете взять чашку с теплым чаем или кофе. Поставьте на чашку, и мотор Стирлинга заработает. Приобретая эту удивительную машинку, вы сможете наслаждаться работой ее миниатюрных механизмов. Цена на AliExpress $23.80. Водяной автомат с помпой для истинных фанатов сражений холодной водой. Доступен к заказу в двух цветовых вариантах – голубой и зеленый. Игрушка имеет большой размер, что обязательно сыграет свою роль в водном сражении, так как обладателю не придется экономить боезапасы и он сможет более активно мочить противников. Цена $4. Компактный и универсальный эспандер предназначен для тренировки и укрепления мышц кисти и предплечья. Их можно использовать любое время и в любом месте. Эргономичные мягкие ручки и металлическая пружина создают оптимальное сопротивление и нагрузку. Цена на AliExpress $4.50. Если вы ставите перед собой цель развить выносливость, жилет-утяжелитель станет отличным решением для достижения намеченных результатов. Его эффективно задействуют в кроссфите, беге, тренировках на турниках и брусьях, а также в подготовке бойцов в разнообразных видах спорта. Ключевая задача жилета – имитация увеличения веса собственного тела. Проще говоря, жилет позволит увеличить силу верха тела спортсмена без использования железа. Цена $21. Это не просто слайдер, а компактный набор инструментов, который позволяет превратить обычный смартфон или камеру в полноценную видеостудию. Слайдер изготовлен из алюминия, его максимальная полезная нагрузка 5 кг. Съемочный слайдер оснащен 4 шарикоподшипниками, которые обеспечивают плавное скольжение. Использование шарнирной головки позволяет тонко регулировать ракурс камеры. Кроме того, сам слайдер можно устанавливать вертикально или под углом 45 градусов. Отверстия двух крепежных стандартов, расположенных в верхней торцевой и нижней части, позволяют устанавливать его на стойки и штативы. Цена на AliExpress $205. Макет автомата Калашникова. Корпус и механизм автомата выполнен из металла, но также есть пластиковые накладки, в том числе которые сделаны под дерево. Пластик прочный, ударостойкий. Данное сувенирное оружие является копией оригинального изделия и отлично подойдет в качестве подарка для любителей оружия. Цена на AliExpress $170. Массажный ролик специально для занятий йогой или массажем. Ребристая поверхность обеспечивает полную проработку тела, что повышает тонус мышц, убирает усталость и придает сил. Способ применения. Положите валик под ягодицы и, опираясь на руки, перекатывайте валик под собой. Цена $16.50.
для занятий тэквондо вам потребуется специальная униформа, обувь и защитная экипировка. Весь этот комплект обеспечит вам надежную защиту во время тренировок и соревнований. Цена $71. Калимба – музыкальный инструмент с очень интересным строением. Тонкие пластинки-язычки закреплены поверх специального резонатора. Их размеры влияют на тональность, а возможный звукозаряд зависит от количества клавиш. Дополнительных приспособлений не требуется. Во время игры инструмент держат в ладонях или укладывают на колени. Удивительной частотой звука калимбы напоминают музыкальные колокольчики, но сами мелодии получаются на удивление насыщенными и многогранными. Хотите услышать голос настоящей африканской саванны? Тогда вам просто необходимо купить калимбу. Цена на AliExpress $34.50. Ссылки будут в описании. Необычное оружие – тактический томагавк. Да-да, не удивляйтесь, я не оговорился, именно тактический томагавк. Сегодня он все больше покоряет сердца военных, как удобное и практичное оружие для ближнего боя. Используя это оружие, можно легко нарубить дров во время похода, поездок в лес, на охоту или рыбалку. Цена на AliExpress $26. Kinesio Tape – эластичная адгезивная лента из хлопка на клейкой основе, используемая в спортивной медицине и реабилитации косметологии. Kinesio Tape предназначен для ускорения естественного процесса восстановления тела, ускоряя кровоток-лимфоток в необходимой области, при этом не ограничивая диапазон движения и обеспечивая поддержку до 5-7 суток. Цена такой ленты $2.50. Ссылочку оставил в описании, переходи и смотри. Корректор осанки средней фиксации – удобное и высококачественное ортопедическое приспособление, вырабатывающее хорошую привычку держать спину ровно. Корректор не вызывает ощущения скованности, позволяет вести обычный образ жизни. Открытая зона грудной клетки делает эту модель универсальной, подходящей как для мужчин, так и для женщин. Цена $7.30. Не забудь подписаться на канал, поставить лайк, а также принять участие в конкурсе. Давно хотели попробовать что-то необычное? У вас появился такой шанс, так как китайцы стали продавать жареных капустянок. Медведка известна всем как вредитель садовых культур, но также насекомое обладает невероятным лечебным свойством. На его основе изготавливают множество лекарственных препаратов и используют в народной медицине. Цена на AliExpress $15 за 250 грамм. Летающая стрекоза и пчела, работающая от заводного механизма, который помогает ей совершать махи крыльев на подставке либо на любой другой поверхности, создавая эффект полета или взлета. Цена $10.60. Электронная игра, которая идеально подойдет для игривых кошек. Это забавная электронная игрушка, которая не даст скучать вашему питомцу. Она состоит из нейлонового диска с гибким пластиковым стержнем, имитирующим движение мыши. После запуска диск начинает вращаться, и кошка сможет ловить и захватывать свою добычу. Работает от трех батареек типа 2А. Диск может вращаться в четырех разных режимах, развлекая вашего котенка или пса. Игрушка увлекательна и полностью безопасна. Цена $11.50. Когда-то ручка с невидимыми чернилами была доступна только сотрудникам специальных бюро и служб с засекреченной деятельностью. А до этого про такую ручку можно было узнать только из фантастического боевика. Сейчас ручка-невидимка доступна каждому и по самой выгодной цене. Может пригодиться и студенту для написания шпаргалок на экзамен, и ученому, и просто рядовому сотруднику, желающему скрыть какие-либо сведения. Цена на AliExpress $1. Один из классических трюков, который показывал даже сам Гудини. В руках у мага металлический стержень, он поджигает его конец, и затем вмиг вместо горящего фитиля на конце стержня появляется красивая красная роза. Демонстрация фокуса требует ловкости, нужно передвинуть розу по стержню очень быстро, чтобы зрители не успели что-либо увидеть.
Цена 70 центов. Ссылки будут в описании. Перед вами один из самых мощных реквизитов для левитирования предметов. Незаменимый реквизит, если вы хотите заставить парить в воздухе такие предметы, как купюру, розу, салфетку, листы бумаги и многое другое. Осторожно, ваши зрители могут поверить в настоящую магию. В комплекте с невидимой нитью вы получите детальную инструкцию по ее подготовке и использованию с подробными и понятными иллюстрациями. Цена 1 доллар. Ссылки будут в описании. А этот приз я разыграю среди своих подписчиков. Достаточно поставить лайк, подписаться на канал и оставить комментарий для определения победителя в специальной программе. Как только ролик наберет 500 лайков, опубликую победителя в конце видео. А чтобы ускорить процесс, поделись видео с другом и предложи поставить лайк. А вот и победитель из прошлого конкурса. Пиши мне в Instagram и получай приз.